Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в городе Джалаула к северо-востоку от иракской столицы Багдада. 10 солдат погибли, еще 80 человек ранены. Теракт был совершен во время ожесточенных боев между боевиками группировки ИГИЛ и отрядами курдских военных формирований Пешмерга. Как сообщают местные власти, на данный момент город Джалаула полностью находится под контролем боевиков. Также экстремисты захватили две деревни в его окрестностях. Ранее курдским военным удалось освободить два города на севере Ирака. Как сообщил один из курдских силовиков, этому способствовала авиационная поддержка Соединенных Штатов Америки.